Так. Пошли на завтраковку! Я не понял, а где это моя? Хорошо, сели на колени. Падение вперед. Пошли, падение вперед. Пошли, 10 раз. Сейчас, Марка. Не надо разговаривать, работает. Работает. И удали. Давай. А почему мы не? Не, ну блин, мой мячик новый. Можно посмотреть. Можно. Так, высокий партер. Партер высокий. Пошли справа-влево. Хаджимэ. Пошли. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Хорошо. Встали. Так, пошли по 10 раз учкоми. Задняя подножка вправо 10. Меняемся. Влево 10. Вправо, влево. И бросок вперед. Через плечо захватом за одну руку. Ну вот здесь была эта штука, я уже. Да ты вы мои чувства. Пошли, 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 пошли. О, давайте пока дети не пришли. Сидеть, команда. Ну, эй, пошли учками делать. Беленькая коробочка. У меня лежат. Куда она делась, где? Я в шоке, блин. Пошли, пошли, пошли. Я не понял. Ой, блин, это ужас. Это ужас просто. Пошли, пошли, пошли. Бросок через плечо, через бедро. Не надо только сзади делать. Так там вправо и влево. Ну так быстрее делайте. Где белая коробочка? Давай, 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 Денис, давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, где? Где мы еще это? Вот она была и нету. Вот. Здесь я был. Здесь я был. Да я клыманная, блин. Офигеть. Давай, 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 давай. Нифига, блин. Мальки нога, шпагат. По 10 вправо, 10 влево. Шпагат, да, здесь работы не буду делать. Эти колени спам. Я вот там латенец тут продать по 90 драться. Зачем? Давай. Говоришь, посмотри, у тебя паутина из-за распался. К
Как ты в футбол играешь, блин? Я не играю. Это чувствуется. У кого шпагат плохой, тот с лёта не может нормально ударить. Вот я. Где коралочка, Сергей? Есть. Есть. О, опять. Отформатируйте, отформатируйте. Как отформатировать? Давай, 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 давай. Суслики. Процесс момент, чего общение? Так, хорошо. Теперь зацеп более не изнутри. Берем захват, делаем движение раз и два. Зацеп. Поехали. Пошли. Зацеп голенью изнутри. За что? Зацеп голенью изнутри. Ой, япона мать. Сколько сырбу ты тренируешься? Ты больше тренируешься, чем живешь дома и не можешь сделать. Ну, Андрюха, делаем, делаем. Бросаем. Пошли, броски. Сырбу бросай, Денис, бросай. Не хочет он, значит ты бросай, Денис, и все. То ты меня уже замучил. Так, есть, есть, есть. Все, все, снимаю. Когда он тебя начинает переходить на удержание, ты захватываешь его
туловище переворачиваешь через себя, как бы через грудь. А. Как контрприем. Но ты не защищаешься, Денис. И вот так. Оп, и показать удержание. Пошли. Пошли. Денис не защищается. Он показывает. А вы защищаете. Нет, Андрей, ты делаешь, он переворачивает. Ты же делаешь. Вот. Пошли. Пошли. Давай, я трески придержали. Раз, Ваня, вот. Так, стоп, Матер, посмотрите внимательно. Встали на колени, смотрим на меня. Меня делают выведение из равновесия. Вы не стойте прямо, потому что вы упадете на спину, не сможете перевернуть. Вы поднимите плечи, чуть-чуть наклонитесь. То есть получается, что? Все, и потом вот поближе к нему, затулываешься двумя руками, перевернули. Пошли, 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 время, время. И перевернул, затулываешься двумя руками, Андрей. Вот, давай. Вот, вот, Владимир, хорошо. Вот. Вот, Андрей, вот. Так, стоп, теперь смотрите еще раз, делайте еще раз. Вы сделаете и остановитесь. А вы смотрите, смотрите. Значит, Денис, раз, его перевернули. Оп, стоп, не двигаться. Денис, подними правую руку вверх. Правую. Перенеси через голову. Теперь туловище. Нет, 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 нет. Стой, вот прямо руку вверх сюда. А теперь ногами уходи вот сюда ко мне. Ко мне уходи. Уходи, уходи, уходи. И переходишь на удержание захватом одной руки. Или потом сюда. Пошли. Два раза получается. Я вывожу через грудь и еще раз уход. Раз. Ну, Андрюха, руку. Нет, в другую сторону. Другую руку. Другую руку. Через голову. И сюда, попу, попу, сюда. Двигайся, двигайся. Оп, опускай руку. Нет. В принципе, так можно. Раз. Перевернул ручку. И ушел своей толстой попой, и все. Правильно. Так, ручку, Саша, и удержание. Вот так. Матери поменялись. Первый, теперь второй номер делаем. Меняемся. Раз, через грудь. Вот так. Я не понял, еще раз, что там. Нет, не двигайся. Нет, ты не двигайся. Вот эту руку опусти. Нет, вот так. Руку вверх. Вот сюда перенеси. Оп, двигайся. Руку опускай. И удержали. Пошел еще раз. Пошел занял. Раз. Санёк, разворачивайся на удержание, разворачивайся, туда, поверь, не, не на него ложись, он девушка. Переворачивайся, где удержание сбоку. Удержание сбоку. Руку вдаль. Перенеси. Таз сюда, таз сюда. И делаешь удержание. Вот так. Пошли. Денис, выпрямляешься, поэтому он на тебя упадет, и ты не сможешь прижать. Ну, дальше, Денис, вот ты лежишь. Ногу закинь. Только бей, еще удержание опасно. Давай, давай, давай. За шею, за шею. Ванюха, не за туловище, а за шею бери. Куда он начальник? Сифон, сифон, это смотрят. Ну. Вот. Андрюха, уходи. Упирайся в подбородок, насывай на грани. Или так, или за кимоно. Вот так. Мате, внимание сюда. Так, первый номер делает удержание со стороны сбоку. Захватом туловища и руки. Второй номер уходит. Один ложится на спину, туловище, туловище и руку. Не шею, туловище. Нет, под руку туда. Вот так. Нет, ты за шею, за туловище. А почему?
я объясню, потому что вы же шею не качаете, оно у вас слабое. И когда вот возьмешь там вас вот, первый номер уходит. Аджуна, пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Опять поменялись, поскибались. Пожалуйста, второй. Аджуна, повесьте на середину там. Туловище и руку. Туловище и руку. И Аджуна, здесь 6 секунд. Уно, второй, три. Парту, чищ, сюда, чищ, шаг, поворачивай, шаг, бей, 3 секунды он ушел. Да нет, я не держал, я не держал. Дай мне еще шанс. Следующий раз. Мопе, баскетбас. Шанс. Шансов нет. Шансы на кладбище. Читал книжку интересную. Чувак пришел и на могилке сел. Здесь, значит, он слышит разговор. А оказывается, это те, кто внизу нас похоронен, они между собой общаются. Кто слышит их разговор? Вот оно, так, вот такой рассказ. Внимание! Че? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мате! Мате! Это мы заре поменялись. Вот бы сделал, у того базаре одно. У меня две уже. Нет, я сейчас считаю. Внимание. Аджуна. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А Боля ушел, да? Я не знал. Так, Боля есть в базаре, а у тебя нет. Есть базар. Базар, базар, базар. Он ушел. Нет, да, он ушел, лежал на живых. Так, в прошлый раз я не базарил. Я жду числа. В прошлый раз я разберусь. Поменялись. Мы же пойдем добавиться, да? Естественно, пока. Да, да. Приготовились. Аджуна. Раз, два, три. Вот, смотри. Шесть, семь. 9. Пон. Мате, поменялись. Поменялись. И. Аджуна. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Ну, понятно. Девять. Мате. Да мы 9 остановили, я буду сам. Мате. Так. Удержание верхом. Под дзюдо. Удержание верхом. Один ложится, второй сверху садит. Приготовились. Следующие секунды. Саша, черпай. Черпай. Внимание. Следующие секунды. Аджи. Полу. Дой. Трей. Батру. Чи. Шасу. Шахта. Оп. Лоу. И фон. Матея, баскетбас. Баскетбас. Еще раз, как уходить? Вы можете на грани заходить ногу соперника. Аджуна, голову. Дой, три, парта, чи, шаса, шахта, оп, ногу. Матея, баскетбас.
Чувствуете, он хочет захватить? Выпрямите ноги, поставьте вместе. И да. Вот он хочет лежать. Выпрямить ноги. Так, видите, положил. Затем беру одну ножку и просто поворачиваю, оп, и все, и держит дальше. Правда, не так легко, но в принципе, я уже сейчас не сделаю, живот мешает. Приготовили. И, отсюда, уно, двое, три, подходим, чинь, шасса, шасса, оп, ноум, матерь. Хорошо. Да, вы сразу, да, то есть не обнимайте партнера, держите руки здесь, чтобы можно было. И еще, если вы лежите, и руки вот так держите, то он не прижался к вам в грудь. Обычно это не считают удержанием. Вот, когда ты прижался, то пошло удержание. Поэтому он начинает, он же как, ноги садится, но не держит. Там сразу раз руки поставит. И ему, чтобы зафиксировать, нужно прижаться. Поменялись в последний раз. Приготовились? Готовы, да? Аджио! Чинь! Шаса! Но можете, можете. Здесь же. Хорошо. Так, встали, заправились. Так. Раз, два, три, четыре. Пожрал много плова. Так, вкусно. А ну, я не пожрал, что мне испать хочу. Интересно, я есть подарок? Нет. Если Дед Мороз идет и упал, он может встать сам или нет? Да, ему оленя помогает. Так, смотрите. Вправо, влево. По три раза задняя подножка. Теперь приготовились, я считаю. Падение, да. Джем. Раз, бросок. Оп. Встали, приготовили. Два. Три. 4. И другой? Да, в другую сторону, да. 4, в другую сторону. 5. 6. Хорошо, поменялись. Ваня, ты не обалдел дорогу? Что? Лёшка, нет. Раз. На оленя. Раз. Два. Два. Три. Тут и так фигуры. Четыре в другую сторону. Пять. Шесть. Хорошо. Значит так, Денис здесь. На него нападает Саша и нападает Дан. Саша первый. Значит, Саня, ты только защищаешься. Эй, ты только защищаешься. Он делает тебе заднюю подножку. Я буду менять тебя и тебя. То есть вы нападаете на него, стараетесь сделать заднюю подножку. Андрюха, ты идешь вон туда. Да. Да. Андрей нападает, потом Ваня нападает. Поклонились. Ре. Значит, стоп. Это с односторонним сопротивлением. Один защищается, один нападает. Нападает Андрей, потом Ваня. Андрей, Ваня. Аджина. Пошли. Задача сделать заднюю подножку. Денис и сырку не бросают. Топ, 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 топ. Денис, топ. Ты защищаешься. Ну, это важно. Походи на мои руки. Понятно. То есть тебе раз подсечь и все. То есть за ногами, ножку всегда на ширине. А подсечку можно? Завесишь. Так, можно. Если быстро. Можно. Опять телефон. Смотришь обед свой?
Ксюха, ты сегодня не училась, по лицу вижу, спала дома. Я офигею. Что вы сейчас уже не учите? Нет, целый Я